Доброе утро, друг. Начинаем энергетическую практику на наполнение энергией, приведение себя в максимальное ресурсное состояние за максимально короткое время, за эти 15 минут. Начинаем с упражнения, плавное включение тела после сна, максимально сильная амплитуда. Большие пальцы тоже участвуют в процессе. Максимально сильно, но комфортно для себя. Гармоничный вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Каждое упражнение делается 6-7 дыхательных циклов. Вдох. Выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. Пальцы 3-4 сантиметра друг от друга. Почувствуйте приятные покалывания между пальцами. Твоя энергия, это тоже ты, часть тебя. Опустите руки, потрясите немножко кисти и расслабьте. Закройте глаза. Побудьте в этом состоянии, почувствуйте его. Почувствуйте, как меняется это состояние. Хорошо. Дыхание животом. Максимальное. Вдох, надувается живот. Опускается диафрагма. Легкие и сердце выпадают в такую космическую невесомость. И начинается запуск формирования внутренней гармонии. Внутренняя гармония отвечает за формирование внешней гармонии. И на выдохе максимально прижимаешь живот к позвоночнику. Вдох. Надувается живот, опускается диафрагма, легкие, сердце. Как ребенок во время беременности впадает в такую невесомость. Выдох. Максимальное прижатие живота к позвоночнику на выдохе. Вдох. Опускается диафрагма, легкие начинают получать кислород там, где обычно его не получают. Возможно, небольшое головокружение, либо потемнение в глазах происходит. Это нормально, переживай. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз вдох. Опускается диафрагма. Не нужно опускать ее искусственно, опускается естественным образом. Как у женщины во время беременности, когда живот надувается, оно тоже опускается. Мы сейчас это делаем через упражнение. Процесс запуска внутренней гармонии, формирование внутренней гармонии. Последний раз вдох. Выдох. Максимально прижимаем живот к позвоночнику. Завершаем упражнение. Немножко потряси кисти, расслабь их, закрой глаза и почувствуй состояние, в котором ты сейчас находишься. Постарайся зафиксировать и увидеть, как меняться будет твое состояние от упражнения к упражнению. И посмотри, как это будет происходить. Как изменяется состояние от этих упражнений. Это невероятно простые, но очень эффективные упражнения. Следующее. Позвоночное дыхание. Руки на ширине плеч. Максимальное раскрытие грудной клетки. На вдохе. До приятного похрустывания. Взгляд смотрит в небо. Прекрасно. Выдох. Максимальное скругление позвоночника на выдохе. Вдох. Раскрываемся. Вот так. Отлично. До приятного похрустывания в области грудной клетки. На выдохе. Максимальное скругление
позвоночник. Вдох. Скрываемся до приятного похрустывания. Легкие получают кислород там, где обычно его не получали. Возможно, небольшое головокружение, либо потемнение в глазах. Это нормально. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. Выпрямитесь, потрясите кисти, расслабьте руки, закройте глаза, побудьте в новом состоянии немножко. Это была работа с таким, с хайвеем нашей энергии, с позвоночником, расширение энергетического канала. Сейчас мы будем работать с меридианами, запускать такую глубинную энергию, приходить в ресурсное состояние. Если мы вначале делали плавный запуск тела, то сейчас будет такое полноценное включение тела. Работать будем с меридианами, находятся они под ключицами. Левый меридиан, вдох. Максимально надувается грудная клетка. Сильные делаешь постукивания, пробуждаешь себя, но при этом делаешь как-то комфортно. И на выдохе проходишь по внутренней стороне руки и поднимаешься по внешней. Вдох. Выдох. И еще раз. Вдох. Пробуждая себя из самой глубины. Выдох. Правые меридианы под ключицей. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз вдох. Выдох. Руки 3-4 сантиметра. От меридиан примерно. Закрой глаза и почувствуй ток энергии, который идет из рук в тело и из тела в руки. Мощный поток энергии. Почувствуй его. Это тоже ты, часть тебя. Это упражнение хорошо дополняет проход по лимфе. Можно пробежаться по лимфе. По всему телу. И дойти до почек. Массажировать почки, включить их в работу максимально сильно. Отлично. Потряси кисти, расслабь руки, закрой глаза и побудь в этом новом состоянии. Возможно, лимфа сейчас включилась в работу. Большое, может, потоотделение, это нормально. Следующее упражнение – это работа с тремя позвонками, которые находятся у нас вот здесь и отвечают за такое справедливое распределение энергии по всему телу. Если мы работали с хайвеем, то в этом месте находится распределение этой энергии из хайвея. Такой перекресток. И очень часто здесь у нас находятся блоки, и это упражнение позволяет восстановить справедливость, распределение энергии по всему твоему телу. Делается он очень просто. Руки тянутся под 45 градусов к земле, кисти стараются тянуться под 45 градусов к небу, приятное натяжение в области шеи появляется, максимально голова влево, вдох, и на выдохе прокатываем голову на 180 градусов медленно на правое плечо. И возвращаем обратно, но уже
на 360 градусов через левое плечо на правое плечо. До приятного похрустывания в области трех позвонков. Мы на правой стороне. Вдох. Выдох. Прокатывается голова. И обратно на 360 градусов. Руки тянутся к земле, кисти к небу. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И обратно на 360 градусов. До приятного похрустывания в области трех позвонков. Хорошо. Встряхни кисти, расслабь руки, закрой глаза. И вновь почувствуй, как меняется твое состояние от упражнения к упражнению. Следующее упражнение – работа с акупунктурными точками. Находятся они у нас на запястьях, с акупунктурными точками, находящимися на запястьях. Будем завершать свой энергетический контур, транслировать свою целостность во внешний мир. Максимальный вдох. Максимально сильно, но комфортно для себя. Вдох. Выдох. Это упражнение еще хорошо для профилактики бессонницы. Если вдруг вы не можете заснуть, можете сделать это упражнение и спокойно в новом состоянии засыпать, если при этом вы никого не разбудили. И еще раз вдох. Немножко давайте ускоримся. Выдох. Меняем руки. Вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. Направь ладони к земле. Закрой глаза и почувствуй ток энергии, который идет сейчас из земли в руки и из руки в землю. Немножко попари с помощью этого потока, полетай, почувствуй, насколько он мощный. Я тоже ты, часть тебя. Следующее упражнение называется «Медитация в движении». Наполнение и расширение своего энергетического канала и избавление от всей старой, застоявшейся, уже ненужной тебе энергии. Вдох. На пике вдоха раскрываем ладони. Наполняемся энергией. Это упражнение хорошо делать в сторону солнца. Мы сейчас снимаем против солнца для красоты картинки, чтобы видели этот прекрасный рассвет. Но лучше делать его в сторону солнца. Выдох. Отдаем все старые батарейки, отработавшие. И наполняемся. Вдох. Раскрываем ладони на пике вдоха. Выдох. Руки 10-15 сантиметров, не доводим друг до друга. Здесь у нас будет энергетический шар, с которым мы потом будем работать. Вдох. Раскрываем ладони. Наполняемся. Расширяемся. Выдох.
Отдаем всю старую застоявшуюся энергию. Открываемся новому. Вдох. Раскрытие. Наполнение. Выдох. Вдох. Раскрываемся. И на пике вдоха сейчас заполняем все свои резервуары энергией. Для того, чтобы ее было достаточно, чтобы провести весь ваш день в ресурсном состоянии. Выдох. Не доводим руки до конца, 10-15 сантиметров. Берем энергетический шар и спускаем его в район пупка. У этого шара уникальные свойства. Отводим руки друг от друга, они отталкиваются у нас. Сводим, они притягиваются. И вот такими движениями, отталкивания, притягивания, уплотняете свой энергетический шар, делаете его плотнее. Отталкиваются, притягиваются. Отталкиваются, притягиваются. Это ваша энергия. Познакомьтесь с ней. Часть вас. Даосы называют следующее упражнение «Опускание неба». Мы берем эту энергию и распределяем ее по всему телу. На выдохе. Ее достаточно, чтобы провести весь ваш день в гармонии, весь ваш день в ресурсном состоянии. Этой энергии достаточно и даже больше, чем вам нужно. И завершаем упражнение тем, с чего начали. Руки на живот. Максимальный вдох. Надувается живот, опускается диафрагма. Легкие, сердце завершают процесс формирования внутренней гармонии и формирования из этого центра, из внутренней гармонии, формирования вашей внешней гармонии. Выдох. Максимально прижимаем живот к позвоночнику. Вдох. Опускается диафрагма. Почувствуй, как завершается процесс. Почувствуй, как изменилось твое состояние. Насколько хорошо тебе стало. Насколько ты в ресурсе сейчас. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. Расслабь руки. Потряси немножко кисти. Отпусти. Закрой глаза и побудь в этом состоянии. Идеальное состояние для медитации. Такое уже медитативное состояние. Ум очень успокоен, гармоничен. Хорошее начало дня. Ты делаешь выбор прямо сейчас, какой будет этот день. Сделай осознанный выбор. И впусти себя в этот день. Добро пожаловать.